Хочешь быть креативным и не похожим на остальных? В этом видео я вам покажу 5 лучших способов шнуровки вашей обуви. Номер 1. Сначала оба конца шнурка продеваем в нижние петельки с наружной стороны. Далее один конец шнурка выводим из второй петельки на той же стороне и заводим во вторую петельку с противоположной стороны. Теперь поочередно повторяем те же действия разными концами шнурков. Повторно продеваем шнурки в последние петельки и оставшиеся концы прячем вовнутрь обуви. Получилось у нас вот такое красотище, как по мне, очень круто. Номер 2. Продеваем шнурок между первыми и последними петельками таким образом, чтобы оба конца оказались у носка обуви. Теперь шнуруем кеды по нашей уже знакомой первой схеме. Повторно продеваем шнурки в последние петельки и оставшиеся концы прячем вовнутрь обуви. Получилась у нас своего рода такая лесенка, очень даже симпатично смотрится. Для следующего вида шнуровки я сделал пластиковый фиксатор с двумя отверстиями. Конец шнурка фиксируем в одной из нижних петелек, а другим концом поочередными действиями шнуруем обувь до последнего отверстия. Конец шнурка можно закрепить с помощью фиксатора, оставшийся конец отрезать или спрятать вовнутрь. Получилось не сильно вызывающе, но при этом достаточно красиво. Номер 4. Под язычком обуви продеваем шнурок в нижние петельки с внутренней стороны. Самый короткий из концов заводим в последнюю петельку с противоположной стороны. Длинным концом повторяем то же самое и этим же концом шнуруем обувь по нашей первой схеме. Теперь этот конец продеваем под шнуровкой и прячем вовнутрь обуви. Получилась у нас лесенка с крестиком внутри. Номер 5. Шнурок продеваем в нижние петельки с внутренней стороны и повторяем такие действия одним концом. Теперь то же самое повторяем другим концом шнурка, только при этом проводя его между первичной шнуровкой. Оставшиеся концы прячем вовнутрь обуви. Ну вот, получилось просто восхитительно. Вот, в принципе, и все, друзья. Выбирайте для себя наиболее понравившийся способ и будьте креативны. Также ставьте лайки этому видео и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!